После 8 ноября в торговые центры и во все предприятия будут пускать по QR-кодам. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он пояснил, что после 8 ноября все сотрудники предприятия потребрынка должны быть вакцинированы. Только в таком режиме они смогут продолжить работать. На сегодняшний день вход по QR-кодам организован в предприятиях общепита, учреждениях культуры и спорта. Попасть туда могут только те, кто привит от коронавируса, переболел в течение последних 6 месяцев или имеет на руках свежие результаты ПЦР-тестирования.